На совещании в городской администрации обсудили план мероприятий, посвященных 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 21 апреля в городском музее откроется выставка, приуроченная к этой дате. Все экспонаты предоставлены ликвидаторами этой страшной техногенной катастрофы. Презентация экспозиции намечена на 17:30. В школах и учреждениях города уже работает передвижная выставка, которая вызывает большой интерес у подрастающего поколения. В день памяти 26 апреля в 18:00 во Дворце культуры «Современник» состоится торжественный концерт. Участники совещания обсудили также подготовку к открытию в Заречном памятника жертвам и ликвидаторам радиационных катастроф. В настоящее время актив общественной организации «Союз Чернобыль» занимается сбором добровольных пожертвований на строительство этого знака.